Здравствуйте, мои дорогие, с вами Мегазохан, и это, как обычно, новости AMC. В лиге провели итоги, да, по каждой весовой. Начнем, пожалуй, с средней, да, где бой вечера взял Бисквинг против Канонира. Вполне обоснованно, был сумасшедший бой, советую посмотреть всем. Сабмишн вечера забрал Соуза в среднем весе, а нокаут Бисквинг. От нокаут Бисквинга, это, я думаю, никто не поспорит. Он попал также в нарезки, но это, к этому мы перейдем позже. Замечательный нокаут, сумасшедшая вертушка, Бисквинг, респект. Так, в среднем весе первое место рейтинга занял Адесанья. Ну, я думаю, справедливо достаточно. Так, что там по полусреднему? В полусреднем весе награды забрали Гастелум против Колби, забрали бой вечера. Отличный бой, тоже всем советую. Нокаут вечера Робби Лоулер, неожиданно для меня, кстати. Очень крутой нокаут, Робби прям подловил на уклоне. Отлично, отлично сделал, Робби Лоулер, также респект. Так, и Робби у нас также занимает первую строчку рейтинга, с чем мы его и поздравляем. В легком весе сабмишн вечера Чарльз Оливейра, отличный сабмишн, треугольник руками. Бой вечера Гуидо против Хабиба, тоже очень насыщенный бой, всем советую, прям там накал страстей был такой сумасшедший. И нокаут забрал Элья Квинта. Ну, Элья Квинта, не знаю, такой парень, как бы, ну, такой себе нокаут, не знаю, почему он его забрал. Ну, забрал и забрал, как бы, да, ребята, не будем обижаться на это. Так, первое место рейтинга Тони Фергюсон. Естественно, Тони, просто машина, идет вперед, две победы к ряду, разрывает всех подряд, не знаю, Тони просто идеален. Так, давайте дальше, что у нас... Вышла в группе AMC также вырез, ну, нарезка ярких моментов, сумасшедшая там нарезочка, плюс отличная музычка на фоне, блин, хорошо, хорошо сделал Ислам. Также постоянная рубрика, да, рубрика Хамзата Чимаева, да. Хамзат вообще преисполнился максимально в своей очкошности и вообще ни от кого не принимает бои, я не знаю, что случилось с Хамзатом. Ну, не знаю, просто поведение очкошника. Я надеюсь, что, ну, как бы кто-нибудь вразумит этого парня, и мы наконец-то увидим его бои. Но пока, опять же, он где-то живет в своем мире, в мире очкошника. Так что ждем, Хамзат, от тебя новостей. Ждем, Хамзат. И опять же, поговаривают, что Ислам подготовил что-то невероятное в нашей лиге. Я надеюсь, что сегодня это невероятное выйдет. Возможно, небольшой спойлер, да, но я думаю, все мы ждем чего-то яркого, чего-то крутого. И Ислам это уже сделал. Он все готово, осталось только выпустить. Так что, ребята, ждите. Что, мы будем заканчивать с нашей постоянной рубрикой новости AMC. С вами был Мегазохан, до свидания.